Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу всех поблагодарить, кто поучаствовал в совместной закупке семян павловни сорта Паутон Z07. Я уже всем, кто заказал, уже отправил семена. Они в пути, скоро они будут у вас. Я хочу пожелать вам вырастить крепкие, здоровые деревья. Также вместе с вами я буду высаживать, уже подготовил емкости, буду высаживать эти семена, сейчас планирую высадить. Об этом я, естественно, буду рассказывать и показывать на своем канале, поэтому еще раз благодарю всех. А тех, кто не принял участие в совместной закупке, но тоже хочет приобрести семена, под этим видео будет ссылка на форму, где можно заказать семена павловни. Сейчас еще только начало января, и у вас у всех есть возможность заказать, и в принципе большая часть территории нашей страны еще пока холодно, уже начать пробовать проращивать. В принципе, ну не сейчас, а чуть попозже, может быть в начале февраля возможно начать. Все зависит от того, в каком регионе вы живете и когда планируете высаживать в открытый грунт. И примерно, если брать классическую павловню, то надо отсчитывать, ну я для себя определил, это примерно 3,5 месяца. Что касается гибридов, в частности Паутон Z07, здесь я так предполагаю, что потребуется, наверное, чуть меньше времени, но это можно определить только попробовав. Я это делаю впервые, поэтому буду пробовать, вместе с вами будем пробовать сажать. И уже по итогам, по результатам наблюдений мы сможем определить, за какой срок необходимо высаживать до предполагаемого места, времени высадки в открытый грунт, либо в то место, где предполагается посадка. Ну и на этом все. Хотел очень большой анонс сделать. В ближайшее время на канале будет выходить достаточно много, ну как много, будет выходить видеоролики, в которых я, во-первых, буду рассказывать и показывать, как растет павловня. Я буду сравнивать различные, буду сажать различные сорта павловни. Это, в частности, классический павловня войлочная, гибрид 9502, и третий это Паутон Z07, который уже достаточно всем известен своими характеристиками, да? И мы сравним скорости роста. По поводу гибрида 9502 достаточно мало информации о нем, по крайней мере у меня. Возможно, в ближайшее время какая-то появится информация более точная, но по предварительной информации он чем-то схож с Паутон сортом. Не знаю, но именно Паутон серия вот эта, да, по характеристикам. Но какой он на самом деле и какой он может быть, да, и какие его качество в ходе выращивания можно понять только попробовав высадить, получив там хотя бы первоначальное понимание, как оно растет, развивается, насколько быстро, динамично, а впоследствии уже после высадки в открытый грунт, что это за дерево, как оно растет и так далее и тому подобное, что можно будет проанализировать, визуально увидеть. Ну, если вам это интересно, если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. Обязательно поставьте там справа в нижнем углу колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам это интересно, вы хотите действительно самые первые узнавать о том, что происходит на канале и как я делаю посадку. Если вы уже подписаны на канал и не поставили колокольчик, поставьте. Ну а на этом все, дорогие друзья. Я желаю вам великолепного дня. До встречи в новых видео. Пока!